Жерар Депардье в фильме «Граф Монте-Кристо». В ролях Арнелла Мути, Жан Рашфор, Пьер Ардити, Серджо Рубини, Мишель Омон, Флоранс Дорель, Жан-Марк Тибо, Жюли Депардье, Кристофер Томпсон, Ролан Бланш, Жорж Мустаки, Элен Винсан, Станислас Мирар, Стефан Герен-Тили при участии Гийома Депардье, Патрик Бушете в роли Бошана, Констанс Анжельбрешт в роли Эрмины Данглар, Мишлин Прель, Жан-Клод Бриали, автор сценария и диалогов Дидье Декуэн по мотивам одноименного романа Александра Дюма, композитор Брюно Кюле, оператор Вилли Стасен. Продюсер Жан-Пьер Герен. Режиссер Жозе Даян. Добрый вечер, монсеньор, то есть ваше благородие. В общем, ваша милость. Монсеньор. Послушайте, друг мой, я всего лишь человек, но голодный. Перекладные лошади. Нет. Вот этим. Ты прав. Я должен быть внимателен, чтобы своими манерами не выдать своего настоящего происхождения. Но... Ты ведь служил у графа. Ты научишь меня манерам хорошего общества. Начинай, я тебя слушаю. Для начала вы должны знать, что настоящий граф, особенно если он богат, как вы, никогда не должен показывать, что он голоден. Ясно. Нет. Но это же вино. Я же могу налить себе вина? Да, но немного. Совсем немного. Вот так, совсем чуть-чуть. И пить с легким пренебрежением, как будто это уксус. А смеяться можно? Настоящий граф смеется очень сдержанно, словно он кашляет в платок. Люди из высшего общества считают жизнь смертельно скучной. Глупцы. Нет. Нужно взять салфетку за самый кончик. И вот так. Очень легко. Вот так. Ладно. Слушай меня внимательно, Бертуччо. Начнем все сначала. Ты будешь учить меня хорошим манерам, осанке, поведению. В общем, манерам. Научишь меня быть дураком, то есть выдавать себя за такового. Бошан, наконец-то. Свежий выпуск. Спрашивайте свежий выпуск. Все о сегодняшнем суде. Смертный приговор Жевраза Ребуфе.
По-моему, ты поспешил. Вильфор произнесет свою обвинительную речь только во второй половине дня. Он потребует смерти, и он ее добьется. Как всегда. А завтра, как ни в чем не бывало, его дочь Валентина будет гулять по Булонскому лесу с голубыми цветочками на своей шляпке. Почему бы нет? Мадемуазель Вильфор восхитительна. Я несколько раз увидел ее на авеню Канибьер. Это было давно, когда она отдыхала в Марселе у своей бабушки, мадам Сен-Моран. Альбер, я умираю с голода, не пора ли сесть за стол? Мы ждем графа Монте-Кристо. Кто это такой? Его превосходительство, граф Монте-Кристо. Друзья, вот человек, которому я обязан жизнью, и который даже не дал мне времени отблагодарить его. Я счастлив сделать это, наконец, сегодня перед вами. Но, честно говоря, граф, вы так и не сказали мне, как вам удалось вырвать меня из когтей похитителей? Я с ними договорился, виконт. Что я вам говорил? Все покупается и продается, даже человеческая жизнь. Это Максимилиан Морель, дорогой граф. Он прибыл... Из Марселя, не так ли? Месье, вы колдун? Мне говорил о вас один мой друг, лорд Вильмор. Месье, если лорд Вильмор ваш друг? Меня связывают с Вильмором деловые отношения. Он иногда дает мне хорошие советы по управлению моим состоянием, а поскольку оно значительное, у нас установились отношения. Какой неприятный этот твой Монте-Кристо. Его интересуют только деньги? Мои слуги и я преследовали их, размахивая саблями, пока, наконец, их верблюды не исчезли за песчаными дюнами. Нам оставалось только вернуться в свой лагерь, где под ночным небом пустыни, сверкающим миллионами звезд, мы съели самые отменные мишуи, которые мне когда-либо приходилось пробовать. Вы удивительный рассказчик. А что случилось бы с вами, если бы этот ужасный шейх Аль-Хаджир взял вас в плен? Думаю, он бросил бы меня в тюрьму. И вы так спокойно об этом говорите. Сразу видно, граф, что вы не знаете, что такое тюрьма. А вы что, месье, знаете? Дело в том, что во время знаменитых июльских событий я был... Июльских событий? Извините мое невежество, я так давно не был во Франции. Он говорит о трех днях восстания, которые привели Луи Филиппа на трон. Наш друг Бошан, который в своей газете защищал мятежников, был арестован. Как обыкновенный преступник, господин граф. Я три дня провел в камере. Три дня и три ночи, и вы сами можете представить, что я пережил в течение 72 часов. Не хочу преуменьшить ваши страдания, дорогой Бошан, но я лично знал человека, который оставался в темных застенках в течение 175 200 часов. Вот это да. Расскажите нам об этом, я напишу статью в своей газете. Да, граф, расскажите, заставьте нас ужаснуться. Нет, вы слишком молоды и беззаботны, чтобы понять, что такое отчаяние. Вы так думаете? А что вы скажете о двух молодых людях, которые любят друг друга и которым хотят помешать быть вместе? Ладно. Я лучше расскажу вам историю о трех погонщиках верблюдов из Бенгази. Однажды мне в голову пришла мысль приобрести белую верблюдицу. Можете себе представить? Вы их всех покорили. Вы им кажетесь невероятным, неслыханным, необычайным. Даже злой на язык Бошан предрек мне, что очень скоро весь Париж будет у ваших ног. Я был очень рад вас видеть, виконт. Теперь позвольте мне тоже удалиться. Вот уж нет, пока я не представлю вас своим родителям. Они горят желанием высказать свою благодарность, особенно моя мать. Вы говорили обо мне своей матери? И что она сказала? Что ей не терпится познакомиться с вами. Мне тоже. Мой отец одержим скачками. Может быть, вы тоже выставите лошадь на скачках в жокей-клубе? Это неизбежно, если вы хотите блеснуть в Париже. Честно говоря, виконт, я не представляю, кто может обойти такого великолепного скакуна. Если только... Если только? Нет, ничего. Позвольте представить вам графа Монте-Кристо. Господин граф, наконец-то. Я уже потеряла надежду когда-нибудь познакомиться с вами. Мы вам обязаны. Ничем, мадам. В моем поступке нет ничего необычного. Любой бы на моем месте... Подойдите поближе, месье. Мы задернули занавески из-за жары, но я хочу разглядеть вас при ярком свете.
Подойдите. Помилуйте, мадам, оставьте в покое ваши занавески. Так им гораздо лучше. Слишком яркий свет причиняет мне боль в глазах. Я превратился в своего рода ночную птицу. Отражение солнца в пустыне Харавия несколько испортило мое зрение. Прошу вас. Вы бывали на Востоке? Я жил там. Долго? Чуть более 20 лет. Какие там чарующие страны. Да, но жестокие. Вы правы, там практикуются изощренно жестокие пытки. Заметьте, во Франции тоже. Слава богу, мы отменили пытки. Существуют другие способы заставить человека страдать. Безусловно, гораздо менее жестокие, но куда более чудовищные, потому что страдание может длиться годами. Что за разговор? Ведь мы собрались отметить радостное событие. Месье Монте-Кристо, не хотите выпить кофе? Дорогая, что с вами? Вам нехорошо, мама? Боже, как вы вдруг побледнели. Ничего страшного. Следствие жары. Этим летом просто нечем дышать. Надеюсь, что вы приобрели себе особняк на берегу Сены, месье Монте-Кристо. С реки веет такой свежестью. По крайней мере, тогда, когда... Да, действительно, где вы проживаете? В особняке Монте-Кристо. Естественно. По какому адресу? Это прекрасный адрес, но я его еще не знаю. Не поправляйте, мсье. В любом случае, я проигрывала, как всегда. Я играю, чтобы сделать приятное Фернану. Вы не любите шахматы? Мои жены и партии кажутся бесконечными. В чем-то она права. Знаете, я начал одну партию 20 лет назад. И она до сих пор не завершена? Это скоро случится. На самом деле, у моего противника шах и мат, но он еще об этом не знает. Это самый великолепный момент во всей партии. Да, войдите. Срочное письмо для графа Монте-Кристо от некоего сеньора Бертуча. Это мой управляющий, прошу меня извинить. Равнина Монсо. Простите? Да. Вы спрашивали меня об адресе. Так вот, мой адрес — равнина Монсо. Это почти за городом? Одиночество. Я к нему привык. Только вы, мадам, могли бы его скрасить, навещая меня иногда. Дорогой граф, извините, что должен оставить вас, но мне нужно во дворец правосудия. Я обещал прокурору Вильфору пойти послушать его обвинительную речь. Прокурор Вильфор? Разве он уже не в Марселе? Нет, его перевели в Париж лет... Сколько лет назад, Мерседес? Почти 20, друг мой. Уже 20 лет. Вы хотели бы его послушать? Я не осмелился просить вас. Надеюсь, мадам, что ваше недомогание прошло. Господи, да, я... Да. В чем обвиняет эту Жервезу Рибюфе, которую сегодня судят? Делала аборты. Но ее преступление здесь ни при чем. Знаете, правосудие чем-то похоже на испанскую корриду. Бык нужен только для того, чтобы прославить Тореро. Извините. Эта женщина... Да что я говорю, женщина? Разве она заслуживает того, чтобы носить прекрасное имя женщины? Это убийца детей. Вы не можете говорить так. Слово «дети» здесь неуместно.
Напоминаю суду, что женщина Рибуфе обвиняется не в детоубийстве, а в сотворении ангелов. Да, это слишком красивое определение для слишком дьявольского из всех преступлений. Ибо, говорю вам, Жервеза Рибуфе убивала детей. И делала это самым ужасным, самым отвратительным способом, потому что она убивала их, поражая их еще в животе матери. Она надругалась над этим храмом жизни, этим самым священным из всех убежищ. Сколько раз вы зверски уничтожали то, что является, во всяком случае, для меня самым дорогим на свете ребенком? Не имеет значения, сколько. Даже один раз — это слишком много. Одно точно, когда лезвие гильотины поразит вас, Жервеза Рибуфе, то оно не превратит вас в ангела, ибо ваше место в аду. Если вам интересно присутствовать на казни, я постараюсь достать для вас пропуск. К несчастью, придется вставать рано, но... Наверное, это впечатляющее зрелище — видеть правосудие в действии. Дорогой друг, в очередной раз вы оправдали вашу репутацию. Мне даже не пришлось напрягать свой талант, поскольку речь шла о неприкосновенном детях. Его превосходительство, граф Монте-Кристо, господин Вильфор, королевский прокурор. Мсье. Извините, я вас покину на минуту. Я должен зайти к секретарю, чтобы забрать один важный для меня документ. Конечно. Кто здесь убирает? Простите? Кто убирает зал суда? Кто его моет? Господи, полагаю, прислуга суда? Почему вдруг такой вопрос, граф? Вы не заметили, как плакала обвиняемая? Да. Чтобы разжалобить присяжных, но эта стратегия оказалась бесполезной. Не имеет значения. Мне жаль ту женщину, которая должна будет вытирать эти слезы. Знаете, они быстро испаряются. Прошу вас со мной. Замок Ив. Самая страшная тюрьма королевства. Когда я служил в Марселе, мне иногда приходилось отправлять туда людей. Почему вы уехали из Марселя? Вам там не нравилось? Затруднительный вопрос, граф. Но поскольку вы мне его задали, я забуду свою скромность и отвечу. Я удостоился повышения по службе. За оказание услуги? Но... Да, конечно. Кому? Кому? Правосудию, граф. Делу правосудия. Кому еще я могу служить? Не обижайтесь, если я покажусь нескромным. Но я впервые стою перед прокурором. И вас это впечатляет, что вполне естественно. Интригует. Вы подвергаете себе подобных ужасающим наказаниям. Неужели вы никогда не испытывали сомнений? Сомнений? Ну да. Нет. А угрызений совести? Это обвиняемый должен испытывать угрызения совести, месье, а не я. Значит, никаких угрызений. Никогда. Это значит, что вы не испытываете никакого страха предстать перед судом Божьим, на котором будут судить уже вас. Но... Да нет, я чист перед собой. Заметьте, я тоже не боюсь смерти. Если только, придя за мной слишком рано, она не помешает мне завершить грандиозный проект, который я поклялся осуществить. Грандиозный проект? Вас это позабавит. Свершить правосудие. Свершить правосудие? Самому? Да. Но вы этого не можете, месье. Если бы кто угодно брался совершать правосудие, это породило бы неуправляемое состояние хаоса. Я не говорю, что вы кто угодно, но для совершения правосудия существует судья. Не беспокойтесь, я не собирался заменять собой человеческое правосудие. Но другого нет. Есть, господин прокурор, есть. То, которое мы только что упоминали. Божье правосудие.
Прошу извинить. Моя дочь Валентина, граф Монте-Кристо. Дорогая, чем я обязан счастью видеть тебя здесь? Мой дорогой отец, я только что узнала неожиданную новость, что... Даже не знаю, могу ли я... Ты можешь смело говорить про графа. Он только что сообщил мне, что хочет занять место Бога, а поскольку Богу известно все, то, что бы ты ни сказал, это не может удивить графа. Это верно, что Франс де Эпине, который еще год должен был находиться на службе в Алжире, скоро вернется в Париж? По правде говоря, я пустил в ход некоторые свои связи, чтобы добиться этого досрочного возвращения. Граф, вы первый, кому я сообщаю, что моя дочь Валентина и виконт Франс де Эпине скоро обручатся. Я не хочу, чтобы мое присутствие мешало мадемуазель Вильфор выразить свою радость. Передайте мои извинения графу Марсерфу. Решительно вы везде сущи. Но какого черта вы здесь делаете, дорогой мой Моррель? В вашем возрасте люди ходят по кабаре, а не во дворцы правосудия. У вас какие-то неприятности? Никаких, месье, никаких. Прошу меня извинить, граф. Что случилось? Худшее из того, что могло с нами произойти. Франс де Эпине возвращается из Алжира. Уходи. Осторожнее. Господин прокурор, умоляю вас, кроме него у меня никого нет. Не убивайте его. Пощадите его, прошу вас. С чего она хотела? Помилование своего сына, которого казнят завтра. Но ты же не будешь расстраиваться из-за этого? Добро пожаловать в свой дом, господин. Ты будешь доволен, твой новый дом прекрасен, Бертуччо постарался. Ты и твои люди хорошо устроились? За нас не волнуйся. Я тебя привез издалека, Мухаммад, не хочу, чтобы ты сожалел. Не беспокойся о нас, только малыш Хасан грустит. Почему он грустит? Потому что отсюда ему не видно море. Прямо завтра наймешь землекопов, пусть выкопают бассейн. Я хочу, чтобы он был насколько можно большим. Вокруг него посади папирусы не хуже тех, что мы видели в Александрии. И чтобы вода была голубая, и чтобы в ней плавали рыбы. Прямо как в Библии. И произвел Бог твердь и воду. Я хочу быть Богом для маленького Хасана. Он скучает по морю. Да, здесь не так, как в Марселе, господин граф. Тут у вас более сотни комнат на кухне, шеф-повар, специалист по соусам, кондитер и семеро поварят. И еще. У всех моих слуг должен быть один свободный день в неделю. Целый день? Но это слишком много для Парижа. Слугам принято предоставлять... Это мой дом, и мои люди будут жить здесь по моим правилам. Да, но это вызовет недоумение. Надеюсь. Именно для того, чтобы поразить, удивить, ошеломить, очаровать и окончательно всех запутать, я и прибыл в Париж. Закрой дверь. Ведь ты, Бертуччо, знаешь, кто я? Если вы хотите, чтобы я это знал, то да, я знаю. Но если вы предпочитаете, чтобы я не знал, то я не знаю. Произнеси мое имя, мое настоящее имя. Давно я его не слышал. Произнеси, Бертуччо. Вы уверены? Не пожалеете? Прошу тебя, скажи его. Капитан Эдмон Дантес, к вашим услугам. Капитан Эдмон Дантес.
Как приятно это слышать. Да, но опасно. Вдруг кто-то узнает вас. Невозможно. Моя маска безупречна. Сам Вильфор меня не узнал. Да, внешне вы изменились, но как насчет вашего голоса? Вильфор не слышал криков ни в чем невиновного Эдмона Дантеса, так что нет риска, что он узнает его голос. Вильфор согласен, но она? Она? Она, господин граф, она. Бывшая невеста капитана Дантеса. Мерседес все так же прекрасна. Может быть, даже еще больше. Я слышал о таких вещах. Страдание иногда делает человека красивым. Но страдала ли она хоть немного? Она так свободно чувствует себя в этом блестящем мире, для которого она не была предназначена. Если бы ты видел ее, бегущую по берегу моря, босоногую, с развивающимися волосами, настоящая дикарка. Куда делось это солнце над морем? Как темна ночь над Парижем. Здесь вместо звезд люстра театр, а фонари перед трактирами и огоньки фиакров освещают улицы. Бертуччо. Мне нужна женщина. Вы хотите, чтобы я нашел вам женщину? Да, с которой я мог бы появиться в театре, ужинать в трактире и подавать руку, когда она будет садиться в фиакр. Ты мне сам подсказал эту мысль, и я загорелся желанием. Да, знаю, я много болтаю. Чисто итальянский недостаток. Но разве при богатом иностранце в Париже не должна непременно находиться красивая женщина? Буду ли я заслуживать доверия, показываясь без женщины? Но я не знаю ваших вкусов. Единственное требование, чтобы она ни в чем не напоминала мне Мерседес Морсерф. Итак, нам нужна блондинка и скорее куколка, чем дикарка. Глаза голубые. Если и акцент, то только не испанский. В довершение всего, она не должна быть графиней. Здравствуйте. Хороший денек, правда? Позвольте представиться, Бертуччо. Мы можем поговорить? О чем? Я тут присмотрел себе очень интересную натурщицу. Натурщица? Баронесса Каролина Жуи Мобер? И ты называешь баронессу натурщицей? И к тому же она баронесса, но это отлично, потому что будь она графиня, она бы не понадобилась. Баронесса меня вполне устраивает. Она моя хозяйка. Наглец без денег. Немедленно слезай. Слезай. Потише, ты лошадей распугаешь. Мое почтение, баронесса, и примите мои извинения. Жаль, баронесса вполне бы подошла. Вполне. Но как вы, блестящий банкир, можете быть таким боязливым? Поймите, Данглар, железная дорога — это будущее. Все вам это скажут. Месье Араго говорит противоположное. Он самый великий ученый нашего времени. И что говорит месье Араго? Что когда по вашим железным дорогам будут мчаться со скоростью 30 км в час, несчастные пассажиры задохнутся из-за невыносимого давления. Так что извините, но я основал банк Данглара не для того, чтобы участвовать в подобных злодеяниях. Я горжусь тем, что я человек честный, щепетильный и ответственный, господа. Кто говорит о такой безумной скорости? 17 км в час — вот наибольшая скорость железных дорог. Да и то при спуске, Данглар, только при спуске. Вы что, не видите, у меня совещание? Господин барон, этот человек говорит, что больше 10 минут он ждать не будет. Черт возьми, пусть уходит. Граф Монте-Кристо? Никогда не слышал об этой птице. А я слышал. Насколько мне известно, это какой-то итальянский аристократ или что-то в этом роде. Он недавно в Париже.
Понятно. Еще один нищий оборванец из эмигрантов. Наполеон хотел захватить Европу, а в результате захватили нас. Ошибка, барон. Состояние этого Монте-Кристо оценивается как колоссальное. Абсолютно колоссальное. И вы думаете, что он решил доверить управление им банку Данглара? Ну тогда это все меняет. Господа, прошу меня извинить, мы продолжим чуть позже. Естественно, слухи о вас дошли и до меня, и для нашего банка честь и удовольствие принять вас. Ну а теперь... Давайте поговорим о делах. Итак, граф, какую сумму вы хотите нам доверить? Никакую. Никакую? Я не принес вам денег, я пришел их взять у вас. У меня? Ну да, вы разве не банкир? Да, месье, но... У меня письмо от банка Thompson & French, которое открывает мне неограниченный кредит в вашем банке. Вот, прочтите. Неограниченный кредит? Ну что это значит, неограниченный кредит? По-моему, все ясно. Это значит, что во время всего моего пребывания в Париже, которое продлится примерно год, я могу у вас брать столько денег, сколько захочу. Впервые с таким сталкиваюсь. Полагаю, что когда банкирский дом Thompson & French рекомендовали мне вас, они ручались за ваш банк. Но, месье, если банк Данглара не в состоянии обеспечить такой кредит, я сообщу дому Thompson & French и обращусь в другой банк. Нет, нет, подождите, не сердитесь. Мы ни в коем случае не хотим вызвать недовольство дома Thompson & French, одному из самых крупных наших партнеров в Европе. А это слово «неограниченный». Ладно, там посмотрим. Сколько вам нужно сейчас? Прямо сейчас, пожалуй, нужно... Я докажу вам свою щедрость. Миллион. Миллион? Да, это значительная сумма, но раз вас рекомендуют Thompson & French... 1 миллион? Не благодарите меня, это огромная сумма, но банк Данглара был основан недавно, и мы должны поддерживать свою репутацию. 6 чего? 6 миллионов. Вы хотите 6 миллионов франков? Для начала. 6 миллионов? Из которых 500 тысяч франков предоставить немедленно в мое распоряжение. Половину золотом, половину в банкнотах. 500 тысяч? Вот так, прямо сейчас? Месье. Как и слова «неограниченный кредит» имеют только один смысл, так и у слова «немедленно» он тоже один. Вы принимаете одного из самых богатых людей в мире, но вместо того, чтобы наполнить свои сундуки, вы их опустошаете. Над вами будут смеяться. Вы ничего не понимаете в финансах, друг мой. Я знаю. Вы считаете меня ни на что негодной. Даже родить вам сына не могу. Вы меня не раз в этом упрекали. Я никогда не просил у вас сына. Я просто хотел ребенка, все равно девочку или мальчика. Не будьте лицемерны. Я прекрасно знаю, что вам нужен сын, как преемник вашего дела. Естественно, меня огорчает мысль, что после моей смерти банк Данглара перейдет в руки незнакомцев. Успокойтесь. Ваш банк перекупит молодой Марсерф. Его отец достаточно богат, чтобы подарить ему такую игрушку. А Марсерфы не такие уж незнакомцы. Что вы хотите этим сказать? Что банкиру всегда выгодно иметь в своем окружении пэра Франции. Пэр Франции, с которым вы имели похождения в Марселе. Похождения? Какие еще похождения? Идите спать, Эрмина. Мы завтра должны быть в жокей-клубе. Ваш пресловутый Монте-Кристо там будет? Полагаю, что да. Он выставит свою лошадь? Я только что дал ему 6 миллионов. Но одного дня недостаточно, чтобы купить породистую лошадь, подготовить ее и нанять жокея. Нет, Монте-Кристо, конечно, богат, но он не бог. Это ваш аббат Фориа обучил вас химии? Что тем более достойно уважения, поскольку там у нас не было возможности проверить правильность наших формул. Наша лаборатория находилась здесь. И что вы хотите с этим сделать?
Прежде всего, унизить графа Марсерфа, не дав ему выиграть на скачках в жокей-клубе. Какую лошадь вы представите? Нуаро. Нуаро? Ты запишешь его под именем Фараон. Новое имя не заставит лошадь бежать быстрее. Нуаро отличный конь, но он уже старый. Через 10 метров он просто рухнет. Ты подольешь ему в воду содержимое этого флакона. Это что-то укрепляющее? У тебя в руках эликсир, который может превратить простую искру в сверкающую звезду. Известно, кому принадлежит этот фараон? Англичанин, месье, некоему лорду Филмору. Ты видел его? Как он выглядит? Насколько мне известно, он не присутствовал на скачках. Потрясающе. Меня победил какой-то призрачный англичанин, который выставил лошадь, которая была больше похожа на лошадиный скелет, а не на лошадь. Но, месье, лошадь в этом не виновата. Сочувствую тебе, Фернан. Я знаю, насколько важны были для тебя эти скачки. Не только для меня. Наш друг Дамблдор поставил 3000 франков на мою лошадь. Вильфор тоже ставил на нее. Я был унижен. Ладно, хватит ее чистить. Придется убить ее. Ну, господин граф, именно. Позволить себе обойти какой-то лошади, которая больше походила на клячу. Жанина не стоит того овса, которого я ей даю. Отведешь ее завтра на скотобойню. Месье, это несправедливо. Ваша лошадь не бежала плохо. Просто другая была лучше. Нет, видишь, я сам ее пристрелю. Запрягите мою карету, мне надо уехать. Куда это? Почему ты уезжаешь? Скоро уже будет обед. Ты испортил мне аппетит. Невероятно. Здесь остановить, графиня? Да. Поехали. Куда вас отвезти, графиня? Куда хочешь, мне все равно. Но пусть лошади скачут быстро. Мне сегодня почему-то трудно дышать. Несомненно, графиня Марсерф действительно красивая женщина. Да. Раз ваш отец способствовал досрочному возвращению Франца Депене в Париж, то явно для того, чтобы ускорить ваш брак. Успокойтесь, Максимилиан. Этой свадьбы не будет. Я выйду замуж за вас. Ваш отец на это не согласится. У него свои расчеты на вас, а я слишком беден для его амбиций. Беден? Не так уж вы и бедны. Разве вы не судовладелец? У вас должны быть корабли. Нашему дому не везло. Все корабли один за одним потонули. Остался только один корабль. Фараон. Купите другие? На какие деньги? Я только что был у барона Данглара, чтобы изложить ему свой проект. Забудьте о Дангларе. У нас есть союзник, мой дедушка. Для него фамилия Дейпене — проклятое имя. Он сделает все, чтобы я никогда не носила фамилию Дейпене. Но что он может сделать, Валентина? Ваша любовь к месье Нуартье Вильфору заставляет вас забывать, в каком состоянии он после удара. Он парализован, не может говорить. Мне достаточно его морганий, чтобы понять, о чем он хочет сказать. Нет, мой последний козырь — это граф Монте-Кристо. Он очень богат и, говорят, благороден.
Не знаю почему, но мне кажется, что я ему нравлюсь. Может, он одолжит мне необходимую сумму? Только не он. Его богатство слишком огромно, чтобы быть честно нажитым. В любом случае, мой отец поручил сыщику навести о нем справки. Будьте осторожны, Максимилиан. Не скомпрометируйте себя с человеком, которого со дня на день могут арестовать. Ну что? Если вам нужно что-то совсем другое, то мадам Ришарде вполне подходит. Кто такая мадам Ришарде? Вы дали мне поручение найти вам... любовницу. Назовем вещи своими именами. Итак, вашей будущей любовнице, а точнее, вашей возможной будущей любовнице, 31 год. Ее зовут Камилла Ришарде. Она блондинка и невероятно добродетельна. Знаешь, женская добродетель... Нет, эта женщина невероятно верная. В таком случае, что мы будем делать с ее мужем? Нет, она верна памяти своего мужа. Мадам Камилла Ришарде – вдова. Вот как в 31 год? Неудачная дуэль. Эта женщина – ангел. Она живет замкнуто в своем доме в Атее и выходит только по пятницам, чтобы исповедоваться. Ну что ж, посмотрим на твоего ангела. Господь с вами, мой дорогой собрат. Кто вы? Как вы сюда вошли? Через дверь она была открыта, как и полагается, Дому Божьему. Честно говоря, она открыта потому, что я жду кое-кого. Вашу прихожанку, которая исповедуется у вас по пятницам, мадам Ришарде. Откуда вам это известно? Я ее дядя. Вы? У этого дитя есть дядя-священник? Иезуит. Поразительно. Позвольте мне заменить вас, чтобы услышать ее исповедь. Меня это очень устраивает. Тем более, что никогда не знаешь, в котором часу ваша племянница придет просить прощения у Господа. А я со своим ревматизмом и бронхитом должен ждать ее в этой сырой церкви. Значит, договорились. Идите домой, вам приятно будет почитать требник возле камина. Спасибо, дорогой мой собрат, спасибо. Чтобы вам не было скучно ждать свою племянницу, вы можете что-нибудь почитать. Я уже не знаю, куда класть свои книги. Особенно я рекомендую вам свою монографию о кабане Вара, обитающего в Индии, и куда он попал из северных стран. Это весьма любопытно. Вы сами увидите. Я вижу у вас подшивки газеты «Вестник». Я бы с удовольствием просмотрел подшивку 1815 года. Это год моего рукоположения. Тайна, касающаяся убийства в Париже генерала Депене. Подозрение, правда, неподтвержденное, сначала пало на господина Нуартье, проживающего на улице Кокерон, известного своими бонапартистскими убеждениями, в отличие от генерала Депене. Генерал, как мы знаем, поклялся сделать все возможное, чтобы бывший император Наполеон никогда больше не вернулся во Францию. Господи, Фарья был прав. В этом все дело. Письмо с острова Эльбы. Вильфор думал, что я прочел это письмо. Бросив меня в тюрьму, он убивал сразу двух зайцев, оградил своего отца и оказал услугу монархии. Услугу, за которую, судя по всему, его хорошо отблагодарили. Простите меня, мой отец, ибо я много грешила. Не вы одна. Мое почтение, господин прокурор. Ну что, Бовиль, как продвигается ваше расследование? Потихоньку, господин прокурор. Нельзя, чтобы Монте-Кристо о чем-то догадался. Прежде всего, я хочу собрать о нем максимум сведений. От кого? Мои агенты выяснили, что есть один человек, который, похоже, хорошо его знает. Это священник-иезуит по фамилии Бузуни. Он живет за Сен-Сюплис. Я пойду к нему сегодня вечером. Священник, осторожнее со священниками. У королевского прокурора главный только король, а у священников — Бог. В наше время все знают, что Бог — это всего лишь идея. Смотрите, как бы однажды мы не стали жертвами своих идей, Бовиль. Идите. Thank you.
Вы ведь не откажете мне в отпущении грехов, да, мой отец? Я знаю, этот грех чревоугодия, который я совершаю каждую ночь во сне, ужасен, но я ничего не могу поделать. Но это не грех, мадам. Вы любите окорок, обожаете кролика в белом вине, вы таете при виде морского угря, не можете устоять перед дюжиной устриц из Зеландии, рыдаете от счастья, поедая жареные сосиски, теряете рассудок от вишенного пирога. Ну и что? За кого, черт, позвольте так выразиться, вы принимаете Бога? Перестаньте думать, что Бог — это какой-то брюзга. Творец, создавший столько прекрасных вещей в мире, не может быть мрачным и унылым. Да, его интересует ваша душа, но то, что вы засовываете себе в рот, ему совершенно безразлично. Тем более, что у вас красивый рот. Поверьте мне, мадам. Отец мой. Мне неловко досаждать вам, но поймите меня, граф. Я пришел не просить денег. Я лишь прошу вас поговорить с бароном Дангларом и убедить его пересмотреть мое предложение. Он его пересмотрит, мой мальчик, уверяю вас. Он его пересмотрит. Мы заставим многое пересмотреть нашего дорогого Данглара. Уже поздно, месье. Вам пора переодеться. Извините, я вас оставляю. Я забыл, что для вас каждый вечер как праздник. Какая прекрасная у вас жизнь. Где вы будете блистать сегодня? В опере? В итальянском театре? Сегодня я играю. Ладно, вы хотите играть по-крупному, но если Бовиль арестует вас... Чтобы меня арестовать, ему надо знать, кто я. А если он вас узнает? Потому что он был управляющим тюрем и несколько раз приезжал с инспекцией в замок Ив. Если Мерседес меня не узнала, то Бавили и подал. Влюбленная женщина — это одно, полицейский — совсем другое. О какой влюбленной женщине ты говоришь? Если бы Мерседес любила Эдмона Дантеса, она никогда бы не вышла замуж за Фернана. Вы хотите знать, кто такой этот граф Монте-Кристо? То он на самом деле? Если это вам известно, мой отец. Граф у меня исповедуется. Это интересно, крайне интересно. Прошу вас, продолжайте. Но дело в том, что я связан тайной исповеди. Досадно. Крайне досадно. Однако я могу вам кое-что сообщить. Прекрасно, прекрасно. Достаточно одного слова. Этот человек... Дьявол. Как вы это понимаете? Как вы? Я не очень-то верю в дьявола. Я вас, надеюсь, не шокировали этим? Нет, вы меня удивляете. Я думал, что вы с ним встречались. С дьяволом? Во всяком случае, с проклятым. Разве вы никогда не спускались в ад, месье Бавиль? Когда, например, вы объезжали свои тюрьмы, вы не помните крики, стоны, жалобы, крики отчаяния? Или у вас, как у многих, очень короткая память? Отвечайте. Но откуда? Вам известны такие вещи? Я был одним из этих проклятых. Ваше имя? Я аббат Фария. Фария? Фория, Фория, это мне что-то говорит. Замок Ив, Бавиль. Вам придется расплачиваться за замок Ив. За ваше равнодушие к страданиям вам однажды придется платить. Не мне, а Богу. Бога не существует. Я уверен, что он не существует. Да. Кушать подано. Что у нас сегодня в меню?
Мы хотели подать крест-салат со сметаной, затем небольшое фрикасе из куропатки с капустой и компот из фруктов. Но поскольку куропатки дорого стоят на рынке, ведь ее, мадам придется довольствоваться салатом и фруктами. Вот и все. Что ж, я представлю, что сейчас пост. Граф Монте-Кристо умоляет вас простить его за невероятно дерзкий способ представиться вам. Но с тех пор, как он в Париже, нет дня, чтобы он не слышал о вас. И потеряв надежду встретиться с вами в опере, или в итальянском театре, или у его величества короля... Как я могу выйти в свет, месье? Смерть мужа сделала меня нищей. Я вынуждена была продать все свои драгоценности, все свои платья. Все тот же несчастный граф Монте-Кристо, возмутившись, что никак не может с вами познакомиться, решил сделать то, что очень часто практикуется на Востоке, когда, чтобы приблизиться к недоступному человеку, к его дому приходит со своим караван-сараем. Это мой караван-сарай, мадам. Простите за то, что он так мал. Честно говоря, я в этом ничего не понимаю. Но поскольку эти вкусные вещи ждут только нас, может быть, сядем за стол? Софи, ты будешь прислуживать нам? Не надо, мадам, я позаботился и об обслуживании. Что это? Мне не терпится попробовать. Дайте мне немного этого чего-то черного в металлической чаше. Это икра, мадам, а чаша из позолоченного серебра. Что же вы ничего не едите, мсье? Некоторые блюда сначала кажутся несколько странными на вкус, но в целом все очень вкусно. Я пожираю вас глазами, этого достаточно для моего насыщения. Подумать только, я была уверена, что сегодня обречена есть только салат и фрукты. Но все же позвольте спросить, почему вы все это делаете? Я уже сказал вам, чтобы лучше узнать вас. Но я слишком бедна, чтобы быть интересной. Когда вы узнаете, какая я, вы будете страшно разочарованы. Меня огорчает только то, мадам, что вы еще не отведали перепелок. Бертуччо. Бертуччо. Давай, Бертуччо, вставай. Но еще ночь. Быстро вставай. У тебя будет очень насыщенное утро. Я хочу, чтобы ты послал Вотёй, лучшего портного Парижа, самого изысканного парикмахера, самого известного ювелира. И не забудьте о том, сколько это будет стоить. Я открываю неограниченный кредит. Вот так, месье? Да. Значит ли все это, что ужин в отеле был вкусным? Восхитительным. Восхитительным. И она тоже была восхитительна. Скорее давайте, скорее. Телеграфная сеть Шапа включает теперь в себя 534 станции, башни, голубятни, старые крепости или церковные колокольни, что позволяет связать между собой 24 главных города Франции. Как вы видите, я обеспечиваю последний этап перед Парижем. Прогресс — это прекрасно. Вы, наверное, гордитесь, что здесь работаете. Конечно. Вот только приходится лазать наверх. Когда-нибудь я сломаю себе шею. Не говоря уже о том, что зимой здесь в башне гуляет ветер. Очень просто застудить себе грудь. Телеграф. Могу себе представить, но взамен вам, наверное, хорошо платят. Сколько вы получаете, скажем, в год? 1000 франков, месье. Конечно, мне предоставили жилье и даже, как видите, маленький кусочек земли, чтобы сажать свои овощи. Но 1000 франков — нищета. А когда я не смогу больше залезать наверх, на что я буду жить?
Я полагаю, что администрация телеграфа будет платить вам пенсию. Знаем мы эту пенсию. А если я предложу вам 25 тысяч франков? Это целое состояние. Но что вы попросите у меня взамен? Послать депешу, которую я вам продиктую. Невозможно. Я могу послать только то сообщение, которое получил от другого телеграфа. 30 тысяч. 35. Подумайте. Никаких больше ступенек, никакого ледяного ветра. По крайней мере, у вашей депеши нет ничего аморального. Речь идет о правосудии, а не о морали. Мое почтение, мадам Севне. Вы довольны, что смогли купить шляпный магазин на улице Клиньянкур? Я вам говорил, что это очень выгодное дело. Смотрите-ка. Ведь это наш дорогой месье Тюшерер. Ну что, сколотили себе состояние на обручах и прыгалках? Бошан. В мою газету пришла только что депеша по телеграфу. Пройдемте. Я сразу сказал себе, это будет интересно барону Данглару. Сколько вы хотите на этот раз, Бошан? Дело в том, что с некоторых пор я посещаю одну прелестную танцовщицу. Но она немного... На 200 франков вы вполне сможете накормить свою танцовщицу. Она само совершенство. За исключением только аппетита. Он у нее ненасытный. Может быть, вы увеличите сумму... До 500, скажем. 300. За такой тариф бедняжке придется пойти на панель. Они все это делают. А теперь давайте скорее вашу депешу. Король Дон Карлос, высланный в Борж, возвращается в Испанию, Каталония уже в огне и крови. Такие города, как Барселона, восстали и поддержали Дона Карлоса. Испания скоро будет охвачена хаосом. У меня на 500 тысяч испанских акций. А завтра, когда моя газета опубликует новость об испанской революции, ваши купоны будут стоить меньше простой бумаги. Вот только к завтрашнему дню я все продам. Спасибо, Бошан. Решительно, дорогой Данглар, вы делаете погоду на бирже. Скажите лучше, что барон вызвал настоящую бурю, продав все свои испанские акции. Но какая интуиция? Кто бы мог предвидеть этот переворот в Испании? А что, если король Испании зажег лишь слабое пламя? Может, ему не удастся отобрать корону у королевы Изабеллы II? Кто знает, что может быть? Сведения, которые я получил, не оставляют никакого места для сомнений. Еще до наступления вечера Дон Карлос торжественно вступит во дворец. Граф. Поздравляю, барон. Браво же, браво. Надеюсь, в этой спешке вы не продали с ущербом для вас все испанские акции. Конечно, ущерб есть, но минимальный. Правда? Не сравнить с жуткими потерями, которые понесут те несчастные, у которых в бумажниках еще лежат испанские акции. Граф, месье Данглар, мне нужно обязательно с вами поговорить. Бошан, мой дорогой Бошан. Ну что, ваша маленькая танцовщица довольна? Да какая танцовщица? Только что вышел свежий номер вестника с опровержением. Король Дон Карлос не покидал Буржа. Не покидал Буржа? Как это не покидал Буржа? Тогда что же? Тогда ничего. Дон Карлос в Бурже, Изабелла II в Мадриде, а Испания продолжает щелкать кастаньетами, счастливая и спокойная под своим прекрасным солнцем. Это что, шутка? Только вчера вы показывали мне депешу, которая... Это была ложная новость.
Похоже, у телеграфиста случился приступ бреда. Вот так. Он сбежал, оставив телеграф пустым, но... Читайте, читайте. Испанские акции поднимаются. Что-то случилось, барон? Через час, граф. Испанские акции вернут себе или даже удвоят свою вчерашнюю стоимость. Это означает, что если взять то, что я потерял на их продаже, и потеряю в прибыли из-за увеличения их стоимости, то, в общем, эти проклятые испанские акции в лучшем случае лишили меня миллиона долларов. Это тот самый богатый итальянский граф? Итальянский? Но Монте-Кристо не итальянец, он родом с острова Мальта. Вы уверены? Мне говорили, что он турок. А кто эта женщина рядом с ним? Подумать только, мой отец приглашен в королевскую ложу. Мне бы тоже хотелось там быть. А вам нет, мадам? Помилуйте, Валентина, я же просила не называть меня мадам. Я уже достаточно давно супруга вашего отца, чтобы вы и я делали вид, что мы самые лучшие подруги в мире. Да, знаю. Я заметила графа Монте-Кристо. У него уже своя ложа в опере. Нет, и поэтому я счел себя обязанным, ввиду того, что он сделал для нашего сына, попросить его разделить ложу с нами. Гугеноты, музыка Мейербера, либретто Скриба. Да, гугеноты. Я чувствую, что мы опять весело проведем время. У вас нет для меня какой-нибудь пикантной истории, господин прокурор? Сир, я занимаюсь вашим правосудием, а не вашими развлечениями. В правлении моих предшественников, мне кажется, больше думали о забавах. Сегодня во Франции только одна мания — обогатиться. Я не правлю французами. Я выращиваю толстых телят. Все те же тяжелые затылки, все те же толстые плечи. Ах, нет, есть что-то новенькое. Кто этот мужчина в ложе графа Морсерфа? Кажется, я никогда его не видел. Сир, он иностранец, в Париже недавно. Я охотно представлю его вашему величеству, но предпочел бы дождаться выводов расследования. Расследование? Простая формальность. Но мы хотим знать, откуда у него такое непомерное богатство, так что... Мне не кажется, господин прокурор, что большое состояние несовместимо с добродетелью. Что это за новая мода с подозрением смотреть на человека, если он хоть чуть-чуть богат? Если уж на то пошло, у меня тоже есть состояние. Да, сир, новый король? Это говорили и Людовику XVI. Так что оставьте в покое этого графа Монте-Кристо. Кстати, тот факт, что граф Морсарф пригласил его в свою ложу, не кажется вам моральной гарантией? Мне? Да. Так значит, король знает вас? Не ревнуйте, мадам, вы меня знаете лучше, чем он. Я? Я вас вижу всего в третий раз. Потом спектакль начинается.
Спасибо, месье. Я так счастлива оказаться здесь. И вы лишаете меня оперы именно в тот вечер, когда объявлено, что там будет король. Друг мой, когда теряешь миллион на бирже, это все равно, что потерять близкого. Какое-то время приличествует оставаться дома. Вы преувеличиваете степень своей значимости. Кому какое дело, что вы потеряли миллион? В любом случае, я скоро все себе верну. Лорд Вильмар прислал мне письмо, где предлагает вложить мне деньги в золотые рудники. Это в Мексике, у истоков реки Агуанаваль. Рудники Закатакаса. Вы знакомы с этим лордом Вильмором? Лично нет. Но по его вине я потерял 3 раза по 1000 франков на скачках, так что он обязан мне небольшую компенсацию. Но вы не волнуйтесь. Этот Вильмор является одним из главных акционеров банка Thompson & French, которому можно абсолютно доверять. В антракте, когда вы представили меня его величеству, я думала, что умру от смущения. Почему, мадам? Короли такие же люди, как все остальные. Вы не такой, как все остальные. Вы всех очаровываете. А вы как на меня смотрите? С бесконечной признательностью. Но возьмите это обратно. Я была счастлива и горда носить его сегодня, но оно слишком прекрасно для меня. Это колье ваше, мадам. Если оно вам не нравится, продайте его. И на эти деньги почините крышу вашего дома. О, нет, я ничего не хочу вкладывать в этот дом. Напротив, я бы с радостью рассталась с ним. Я никогда не понимала, почему моему бедному мужу он настолько нравился, что он влез в долги, чтобы купить его. Я думаю, он просто был горд жить в доме, который принадлежал Сен-Мирану. Сен-Мирану? Сен-Мираном из Марселя? Вы их знаете? Только по имени. Это старая и большая семья, которая верно служила французской короне. Элен, одна из дочерей Сен-Мирана, была первой женой прокурора Вильфора. Вы его знаете. Это тот человек с холодным взглядом, который был сегодня в ложе короля. Тогда, значит, Вильфор жил в этом доме? Да, но изредка это был его загородный дом. Вы не хотите зайти на минутку и согреться перед тем, как вернуться в Париж? Софи, наверное, уже разожгла огонь. Пожалуй, это слишком рано играть с огнем, мадам. Вы правы. Тем более, что сегодня четверг, и, следовательно, завтра у нас пятница. А по пятницам я исповедуюсь. Ваша исповедь будет намного легче, если я храбро перенесу ночной холод, не поддавшись искушению войти. Ты хотел нас ограбить? Но я тебя застал на месте преступления, вор. Дай-ка я на тебя посмотрю. Может, ты даже хотел убить? Ваше превосходительство ошибается. Я еще не настолько глуп, чтобы душить курицу, приносящую золотые яйца. Я пришел просто поговорить о делах. С кем? С кем? С тем типом, что здесь живет. Что ты болтаешь? Ты явно ошибся адресом. Я знаю один секрет. Один из тех секретов, за которые платят золотом. Кто ты такой? Тебя следует проучить. Оставь его в покое, Бертуччо. Вот видите? Встань, не люблю, когда люди лежат на земле. Итак, ты хочешь продать секрет?
Вы хотите быть покупателем? Приходи завтра по адресу, который я тебе дам. Расскажешь свою историю, и я клянусь, что тебе заплатят больше, чем ты надеялся. Адрес? Надеюсь, это не полиция? Это дом священника. Бузани. Аббат Бузани. Я так и знал, что мне устроит ловушка. Сжальтесь, господин Аббат. Во имя Христа и Девы Марии, не отсылайте меня обратно на... На каторгу? Однако, когда мы виделись в последний раз, я вас обогатил бриллиантом стоимостью в 50 тысяч франков, сокровище, которое могло позволить вам вести честное и даже счастливое существование. Да, но это моя служанка, все из-за нее. Она обезумела от этого бриллианта, захотела отобрать его у меня. А поскольку в тот момент у меня под рукой оказался нож... Замолчи. В любом случае, это все та же песня. Низость, вероломство, преступление. Меня тошнит, глядя на вас. Ладно, Кадрус, давай к делу. Кажется, ты хотел мне что-то рассказать. Это не для вас. Господин Аббат, этот секрет нужен только для того, чтобы шантажировать одного человека. Говори, пока я не отдал тебя людскому правосудию в ожидании божественного. Мне придется обвинить судью. В общем, прокурора. Вильфора? Откуда вы знаете? Не имеет значения. Продолжай. Через родственников жены Вильфор имел дом в Атее. Там можно было делать все, не попадаясь на глаза любопытных. И чем там занимался Вильфор? То, чем священники не занимаются. Любовью. С Эрминой Данглар, женой банкира. От этой связи у них был ребенок инкогнито. Как это инкогнито? Данглар не знал об этом? Нет. Он не заметил, что его жена... Когда она стала полнее, Данглар отправил ее лечиться на воды. Когда ребенок родился, Вильфор и мадам Данглар подумали, что он родился мертвым. Сами понимаете, что это их очень устраивало. Нет ребенка, нет скандала. Вильфор поместил ребенка в сундук и ночью закопал его в саду. Все ж это крыто, как думал он. К несчастью, в эту ночь там оказался бродяга. Он решил, что закопали сокровища. И когда Вильфор ушел, наш бродяга... Нашел ребенка, отогрел, оживил, оставил у себя и воспитывал, как своего сына. Но откуда тебе все это известно? Этот ребенок был скован со мной одной цепью на каторге в Тулоне. Его приемный отец рассказал его тайну рождения. А Туссен мне... Ну да, его назвали Туссеном, потому что он родился в праздник всех святых. Но как он оказался на каторге? Он стал каторжником по причине того, что наведывался в богатые дома, куда его не приглашали. Забавно для сына прокурора. Мы бежали вместе с ним. Сколько? Такой секрет стоит золота. Вильфор и мадам Данглар все отдали бы за молчание. Да, но я всего лишь бедный священник. Я не покупаю у тебя эту историю, я ее беру в наем. Как это в наем? На полгода, за 500 франков в месяц. За это время ни ты, ни Туссен никому ничего не рассказываете. После этого срока можете делать, что хотите. Скажите, дорогая, вы в курсе? Я получила такое же приглашение час назад. Мадам Ришарде просит оказать ей честь принять приглашение на загородный обед, который она устраивает в своем доме в Атее. И так далее, и тому подобное. То, что она приглашает вас, вполне естественно. Она бедна, вы жена банкира. Возможно, она ждет поддержки, но меня-то она не знает. Она никого не знает. Возможно, она составляла список приглашенных наугад. Это деревенская дама, которую ее муж не успел ни обтесать, ни сделать ей ребенка. Положите даму пик на короля червей. Вот уж нет. Я никогда не играю дамой пик. Эта карта символизирует смерть. В любом случае, я не пойду на этот обед. Возвращаться туда, в этот проклятый дом, выше моих сил. Полагаю, вы меня понимаете.
Я не пойду. Тем не менее, придется там показаться, дорогая Эрмина. Никогда. Кто знает, может, нам устраивают ловушку. Как у какой-то Ришарде могла появиться мысль расставить нам ловушку? Она просто гусыня. Загородный обед, по-моему, это очаровательно. Где будет куча людей, которых мы не знаем? Это Камила Ришарде ничего собой не представляет. Я наводила справки. У ее мужа не было даже ордена почетного легиона. Напротив, дорогая, мы там всех знаем, потому что пригласили только нас. Что значит только нас, барон? Нас, дорогой прокурор. Нашу, в прошлом веселую марсельскую ватагу. Единственным человеком со стороны будет граф Монте-Кристо. Столики накройте здесь под тентом. Тент какого цвета? Белого, конечно. Цвет невинности. А меню? Я хочу такой же, абсолютно такой же стол, какой был в день обручения Эдмона Дантеса и Мерседес Игуалады. Те же блюда, те же вина, те же цветы. Я даже помню, какие это были цветы. Мимоза. Во что вы играете? Они вас узнают? Как они могут допустить, что я Эдмон Дантес? Даже я сам иногда в этом сомневаюсь. Мне кажется, что это было во сне. Или в какой-то книге. Короче, в другой жизни. В любом случае, Бертуччи, такой день настанет. И тот день, когда они меня узнают, для них будет ужаснее, чем для меня. Представьте себе, мне пришла в голову удивительная мысль. Какая же, мадам? Я даже не знаю вашего имени. Моего имени, мадам? Господи, ну да. Анатоль, Шарль, Эдуар или Поль. У всех людей есть имена. Но какое же имя у графа Монте-Кристо? Вы мне его ни разу не сказали. Правда? Правда. Так какое же? Я мог бы вам сказать, что меня зовут Атанас или Кризант или... Так и быть. Скажу правду. Похоже, родители мои были легкомысленные люди, они забыли дать мне имя. Но это ужасно. Да нет, мадам, напротив, это чудесно. Вы можете называть меня так, как вам нравится. Вы хотите сказать, что я могу вас окрестить? Да. И какое имя вы мне выбрали? Угадайте. Оно начинается на «э». Почему на «э»? Потому что с нее начинаются слова, которые подходят к вам. «Э» — элегантный, экспрессивный, эрудированный, эпикурейский, эстетский, эфемерный. Или как Эрик, Эрнест, Этьен. Или Эдмон. Или Эдмон. Я выбрала это имя. Нет, на меня нельзя смотреть. Ну что, ты ничего не говоришь? Как я? Ты ослепительна, дорогая. Даже немного слишком для загородного обеда у малышки Ришарде. Малышки? Она кажется тебе настолько очаровательной, что ты называешь ее фамильярно малышкой? Мерседес, какая муха тебя укусила? Я сказал малышка, только чтобы подчеркнуть ее незначительность. Однако говорят, что недавно мадам Ришарде была в восхитительном платье. Я, конечно, не видела его, но газета «Девушки и дамы» поместила его рисунок. И я... Оно сидело на ней, как на вешалке. Если тебе не хочется ехать, не поедем. Я отправлю лакея, который передаст записку с извинениями. Нет, нет, мы поедем. Присутствие графа Монте-Кристо поможет проглотить эту пилюлю. Он нас наверняка позабавит, он такой оригинальный. Однако, орденская лента святого Людовика, но вы мне не говорили, что его величество вручило его мне 2 дня назад. Я просто не придаю большого значения таким вещам. А я, да, я ужасно горд за вас. Поражен, да? Скажи матери, чтобы она поторопилась. Коляска уже запряжена и ждет нас. Вы великолепны, мама. Разве жизнь не чудесна? Ты выбрал неудачный день устраивать мне сцену.
Я не устраиваю тебе сцены, Эрмина. Если ты хочешь играть на бирже, играй на свои деньги, а не на наши общие. Знаешь, сколько мне стоили твои спекуляции акциями Триеста? Можно подумать, что ты не спекулируешь. Конечно. Но я, моя дорогая, не импровизирую. Я более ловок, более осведомлен, чем остальные. Благодаря графу Монте-Кристо, я единственный французский банкир, который вложил деньги в золотые прииски в Зака де Кассе. Пока что там не нашли ни одной жилы. Все вы такие женщины, всегда нетерпеливы. Дай им время выкопать глубже, и ты увидишь. Впрочем, Зака де Кассе — это только закуска. Монте-Кристо убедил меня вложить миллион на разведение осетра в Санкт-Петербурге. Россия будет нашим основным блюдом, и я тебе гарантирую, мы еще попируем. Поторопитесь, они уже едут. Они едут. Господи, я так волнуюсь. Нет причин. Если бы мой муж меня видел. Я, его бедная Камила, принимает таких важных персон. Кстати, я вижу у вас тоже сейчас серьезное лицо, которое я иногда... У меня серьезное лицо? С чего мне быть серьезным? Загородный обед — очень веселая вещь. Вы увидите. Нам всем будет очень весело. Поверьте мне, Камила. Полюбуйтесь, господин прокурор. По виду вы скажете, что это сосиска, но это не так. Это икра тунца, то есть рыбьи яйца, спрессованные, подсоленные, с пряностями, политой тонкой струйкой оливкового масла и посыпанной перцем. Намажьте это на поджаренную тортинку и получите настоящий деликатес. Графиня, посмотрите на другое чудо рядом, специально для гурманов. Угорь с сельдереем, свежими помидорами и кусочками горьких апельсинов. А вижу, что барона заинтересовало наше рыбное блюдо из сардин и барабулек в маринаде. Попробуйте, барон, попробуйте, вы не пожалеете. Это просто удивительно. Какая странная идея устроить обед по-марсельски. Это идея графа Монте-Кристо. Вам не нравится? Я хотел предложить нечто более ординарное, чем надоевший запеченный паштет и лосось под чесночным соусом. А я решила, что это вызвано ностальгией. Ностальгией? Какой? Чтобы ее испытывать, я должен знать Марсель. А это не так? Я знаю Марсель только то, что знает любой путешественник, приехавший туда за несколько часов перед отплытием на восток. Приглашаю вас полюбоваться моим прудом, графиня. Месье Монте-Кристо подарил мне удивительные кувшинки из Японии, точнее, из императорских садов Киото. Нет, спасибо, я никогда не хожу к прудам. Я боюсь комаров. Но прошу вас, не лишайте из-за этого моих друзей столь чудесного зрелища. Наверное, ваше детство было ужасным. Почему? Из-за комаров. Говорят, на юге они особенно злые. Вы из-за этого уехали? Из Марселя? Я покинула Марсель, потому что последовала за мужем. Думаю, мадам Ришарде тоже последует за вами в любое место. Не возражайте. Не возражайте, месье. Тогда в опере мы все поняли, что вы испытываете к ней. Я одобряю ваш выбор. Вы не найдете более чудесной женщины. Так что вы правильно сделали, что долго ждали своей любви. Потому что в 20 лет делаешь только глупости. Выпьем за ваше счастье. Спасибо, нет, мадам. Вы не хотите счастья? Хочу. Я имею на него право, как все. Возможно, даже больше.
Значит, вы отказываетесь от вина. Если чего-нибудь захочу, я сам себе подам. Мадам. Вы жили на Востоке? Разве там не считается традицией, что люди, разделившие вместе пищу, становятся друзьями на всю жизнь? Отказываясь от предложенного мною вина, вы хотите дать мне понять, что отказываетесь от моей дружбы? А чего же, мадам? Разве на это есть причины? Только благодаря месье Монте-Кристо я смогла сделать этот бедный мрачный дом более радостным. Картина, драпировка, мебель — все поменялось. Кроме одной комнаты. Нет, месье, вы же не собираетесь показывать вашим друзьям? Напротив, я уверен, что их это заинтересует. Пойдемте за мной. Эта комната пропитана чем-то ужасным. Мне удалось убедить Камилу не трогать ее. Ведь так? Зачем прятать прошлое за какими-то картинками? Оно все равно проявится, особенно если оно отмечено ужасными событиями. Пожалуй, я не пойду с вами осматривать комнату. Вам дурно, мадам? Наверное, из-за жары. Пойду в сад выпить воды. Уверена, мне станет лучше. Позвольте, я сопровожу, мадам Данглар. Мой дорогой Вильфор, ваш долг прокурора обгоняет вашу галантность. Не бойтесь, моя жена сама найдет сад. Тем более, если здесь произошло преступление, вы должны увидеть место. Слова бессильны, чтобы описать эту сцену. На этой постели, на которой она так часто отдавалась своему любовнику, теперь лежала изможденная женщина со слипшимися от пота волосами, с лицом, искаженным от боли. Из-за родов. А рядом с ней лежит неподвижный ребенок. Вы только представьте себе. Он не шелохнется. Он не кричит. Вы хотите сказать, что ребенок умер? Кто знает. Нельзя было позвать ни врача, ни даже акушерки. Роды происходили в глубокой тайне. В любом случае, отец принял эту гипотезу, которая его вполне устраивала. Если ребенок умер при родах, скандала можно было легко избежать. Он берет неподвижного ребенка, ищет глазами какой-нибудь предмет, который может служить тому гробом, видит небольшой походный сундук, кладет туда ребенка, закрывает крышку, и этому бесчеловечному отцу остается только спуститься в сад. Всю ночь шел дождь, земля податлива. Копать могилу легко. Что скажете на это, Вильфор? Что я могу сказать? Господин прокурор потрясен таким ужасом, и его можно понять. Разве такое чудовище не заслуживает того, чтобы предстать перед судом и быть сурово наказанным? Если бы это было обделенное и грубое существо, подобный поступок еще можно было бы понять. Но месье Монте-Кристо утверждает, что речь идет о дворянине. В этом случае такой поступок непростителен. Друзья, да простит меня граф Монте-Кристо, но я не верю ни слова этой басне, которую он, признаюсь, с большим талантом нам изложил. Как я была бы рада, если бы вы оказались правы. Мадам, это же очевидно. У всех старых домов свои легенды, придуманные слугами, выгнанными за пьянство, и которые мстят своим прежним хозяевам, придумывая всяческие небылицы. Заблуждаетесь, господин прокурор. Эта история правдива, и я могу вам это доказать. Что ж, принимаю ваш вызов. Дорогая, уверяю, ты много теряешь. Граф рассказал нам леденящую кровь историю. Пошли. Нет, пошли, ты хотя бы послушаешь конец. Пошли, береги голову. Да что с тобой? Идем. Я распорядился раскопать весь сад, пока наконец не наткнулся на это место. Вы не имели права этого делать? Это осквернение могилы? Нет, господин прокурор, я ничего не осквернял, ибо мы не нашли тело ребенка. Что я говорил, это всего лишь басня. Однако, лучше посмотрите.
Повар теперь изображает могильщика, а мы в театре. Дело в том, господин прокурор, что я счел правильным опять закопать этот сундук. Я знаю, что правосудие не любит, чтобы уничтожали или сжигали улики. Итак, господин прокурор. Но он пуст? Действительно пуст. Пуст сегодня. Но был ли он пуст в ту ночь, когда его закапывали? Наверняка нет. Как-то нелепо предположить, что кто-то решил закопать пустой сундук. Я думаю точно так же, барон. Я тоже думаю, что в сундуке находился ребенок. Вы так думаете? Но можете ли вы это доказать? Я нет. А вы? Я? Почему я? Потому что это ваша профессия — доказывать. Даже если у вас ничего нет или совсем немного, что позволило бы это сделать. В любом случае, если ребенок не умер, то значит, его похоронили живым. И, возможно, он в настоящее время жив. Рядом с этой дьявольской парой, это Жервеза Рибуфе, смертной казни которой вы потребовали, кажется ангелом. Вам остается только начать расследование, найти и наказать этих чудовищ, совершивших такое ужасное деяние. Осторожно, мадам, это цикута. Да, я знаю. Это растение ядовито. Выбросьте его и тщательно помойте руки. Не беспокойтесь, граф, я привыкла. Яды, как и все остальное, можно приручить. Например, если ту же цикута смешать с глиной и уксусом, то она делает волосы шелковыми и пышными. А если добавить ее в спирт с солью, то она прекрасно очищает серебряные вещи. Я вижу, вы в этом разбираетесь. Мой муж часто вел процессы против отравителей. Можно узнать массу захватывающих вещей, читая судебные дела. А это вы знаете? Дигиталис пурпурея. В его листьях содержится дигиталин, который замедляет биение сердца и при определенных дозах может даже вызвать смертельную интоксикацию. Особенно сильнодействующими считаются листья двухлетних растений. Цветы и смерть всегда шли рука об руку. Говорят, что слово «сад» идет от древнего слова, означающего «рай», то есть потусторонний мир. По правде говоря, я ужасно боюсь смерти. Тогда почему вы играете с ней? В том-то и дело, граф, что это не игра. Это лекарство, средство против страха. Скажем, я успокаиваюсь, добавляя смерть в бокал, делая из нее порошки и мази. Это дает мне ощущение, что я управляю ею, что она у меня на службе. Но только смерть не посадишь в клетку, как льва. Вы уверены, что всегда сможете управлять ею? Абсолютно. К тому же, я время от времени проверяю, что она мне повинуется. Я проверяю на улитках, гусеницах, бездомных кошках, голубях. Благодаря чему у нас самый чистый и ухоженный сад во всем Париже. Помилуйте, дитя мое, перестаньте суетиться, как неугомонная маленькая девочка. Думайте о том, что еще до начала осени вы уже будете замужем. Я получил утром письмо от мадам Сен-Моран. Несмотря на свой преклонный возраст, твоя бабушка приедет из Марселя, чтобы присутствовать на твоей свадьбе. Я буду рада видеть бабушку, но вдруг свадьба не состоится. Успокойся, нет никаких препятствий. Франц Депене и я, наконец, обо всем договорились. Мы долго обсуждали твое преданное, но я дал ему понять, что он входит в самую честную семью в Париже. А в наши дни честность ценнее любого состояния. Вы похожи на меня. На свадьбах я всегда плакала больше, чем на похоронах. Меня не беспокоит ни под каким предлогом.
Всю ночь я только об этом и думала. О его посиневшем лице, его маленькой груди, которая не дышала. Господи, значит, он не умер. Приходится думать, что нет. Как вы это объясните? Откуда мне знать, я не врач? Я думаю, что он был в том состоянии, которое называют глубокой летаргией. Что-то вроде сна, когда все жизненные функции словно приостанавливаются. Кто-то видел, как вы закапывали сундук и поскорее побежал его откапывать. А вы ничего не видели? Что я должен был видеть? После этой ужасной процедуры я поспешил подняться к вам. Вы были в ужасном состоянии. Кто-то взял нашего ребенка, привел его в чувство, прижал к себе и унес с собой. Так все было? Да, вероятно, так и было. А что вы будете делать теперь? Вы о чем? Как это о чем? Это же мой ребенок, мой сын. Вы должны отыскать его. Подумайте, если он еще жив, ему должно быть около 20 лет. И по этому единственному признаку вы просите меня найти ее, протянуть ему руку. Бедная моя Эрмина. Франция кишит 20-летними молодыми людьми. Думаю, только чудо позволит мне найти его. И как, по вашему мнению, он поведет себя? Он обрадуется, узнав своих настоящих родителей. Вы жена богатого человека. Я тоже человек со средствами. Могу поспорить, что этот милый мальчик быстро оценит стоимость радостной встречи, он представит мне счет. Вы действительно готовы признаться барону Данглару, что вы подарили другому сына, о котором он просил вас всю свою жизнь? Вы готовы сказать своему мужу: «Дорогой, дай 2 или 3 миллиона этому милому мальчику, который тебе не сын», чтобы он не кричал на весь свет, что я сделала вас рогоносцем? Что для вас люди? То, чем они являются, — выдвижные ящики. Поверьте мне, Эрмина. Точно так же, как мы забыли друг друга, забудьте эту историю. Если искушение толкнет вас войти в церковь, главное, не молитесь, чтобы увидеть привидение. Вы говорите такое матери? Не будем преувеличивать, дорогая. Вы стали матерью так же, как я отцом. Случайно. Как же вы стали равнодушны ко мне? Почему вы так относитесь ко мне? Потому что мой глупый муж оказался в, скажем, деликатной ситуации? Вам стыдно, что у вас была связь с женой барона Данглара? Деликатная ситуация — это эвфемизм, моя дорогая. Ваш муж на грани банкротства. Будем надеяться, что оно не мошенничество. Мне было бы бесконечно неприятно однажды обвинить его. Так что, прощайте. Подумайте о вашем браке. Каком браке? Он был разрушен сначала вашим настойчивым желанием сделать меня вашей любовницей. А вчера его добили, когда откопали этот маленький сундук, весь покрытый грязью. У меня ничего не осталось. Да нет, осталось, дорогая. Много денег. Во всяком случае, пока. В нашем возрасте это главное. Фильм озвучен по заказу линии «Другое кино».